Всем привет из майского леса. Оскучились? Мы очень. Хроники одних выходных. Опять прилетели буквально на пятницу. Ну, в пятницу приехали, сейчас суббота, и сегодня уедем обратно в Москву. Дел много. Но здесь тоже дел много, приходится кататься. Но, естественно, и покопать выбираемся. Наконец, так, первое. Короче, первое, что мы сделали, мы наконец забрали видеокамеры. Обе. То есть зеркалку с собой теперь таскать не нужно. Тяжело. Она здоровая, действительно. Там где долбанешься. Эту-то я так как-то и долбанул. Вот основную, которая 53-я. На которую я сейчас снимаю. Все, камеры сделали. Снимаем дальше на эти камеры. Зеркалку как фотоаппараты будем использовать. Второе. Прошлое видео, по-моему, мы так не снимали. Крайний наш выход. В конце концов, клещей было много. Я говорил, они повылезали маленькие. Они просто маленькие. Видать, это совсем вот детеныши. Еле видно. В конце концов, мы поленились обрабатываться, полезли в этот лес, и, соответственно, Люба была укушена клещом. В конце концов, мы словили. Вот. Клеща удалили сами, благо опыт имеется, положили его в баночку, отвезли его, естественно, на экспертизу, на всякий случай, пусть будет. То есть экспертиза делается на боррелиоз, соответственно, и энцефалит, ну, на наличие. Получили результаты отрицательные, слава богу. То есть есть большая вероятность, что здесь у нас в наших ярославских лицах все-таки боррелиоз, он, конечно, тоже хреновая болезнь, но энцефалит похуже будет. Энцефалита вроде как нет. Ну и эпидемиологи говорили, что вроде как нет. Ну, мало ли. Есть у нас несколько часов. Задача какая? Дойти до хуторка, который мы окрестили кузнецами. Не знаю, почему-то так вот. Мы всегда название даем таким местам, которые мы находим. Это у кузнецов хуторок. Вот, пойдем попробуем подснять там верх. Мы там начали в прошлый раз, когда там были, вот когда была укушена. Ну, буквально чуть-чуть. То есть вылезло еще там что-то, я уж не помню. А, керамика еще какая-то там глиняная вылезла. Вот, но пока больше ничего не нашли. Там, естественно, там не будет вороха находок. Там это не советские деревни, эти урочищи деревни шурфить. Вот тут нет, тут чистота, если что-то выскакивает, даже железное, то что-то интересное. Здесь несколько часов, сходим поковыряемся. Заодно поснимаю вам чудесный, замечательный, уже зеленый такой, уже оживший лес. Вперед! В лесу вообще обалденно. Вот он хуторок. Представляете, сейчас вон там внизу встали, в 40 метрах, и стоим тупим. Столько раз здесь были уже. А где он есть-то? Начали навигаторы включать, смотреть. А стоим рядом. Короче говоря, зазеленело все. И все, место уже не узнать. И буквально вон, вот елки вот отсюда, вот наша яма, вот мы ее начали делать тогда. Вон. Потом закопаем, если что. Вот. Если у кого претензии. Вот, вот от елки уже яму даже не видно. То есть вот зелень. А летом вообще здесь только совсем когда хорошо знаешь. Ну все, здесь базируемся и топчемся. Шурфим, валяемся, отдыхаем, пьем чай, которого нет. И... Да, сегодня мы только с водой. Да, только с водой. Мы снимаем вам кино очередное. Старое древнее поселение. Ну что, ковыряемся где-то 40 минут. Здесь пробник сделали, где у нас были находки и железо, и кольцо, и что-то еще. Пока тишина. Сейчас зароем. Вот, продолжаем вон там. Там лезет керамика. Сейчас я покажу, я же не показывал, по-моему, как она выглядит. О, мусор, сейчас мусор уберу. Вот такая. То есть это... Эх, слон. Моська. Вот она. Битая керамика.
такая. Ну, какой-то был то ли горшок, то ли чего-то. Интересно, на хуторке, который там, там такая же керамика попадалась, но черного цвета. Там глина речная, то есть такая серая. Скорее всего, делали горшки из того, что было рядом. А здесь везде песчаники, соответственно, глина, она больше такая красно-оранжевая. Хотя расстояние небольшое, меньше километра. Пусть костер разжигать такой маленький, спонтанный. Потом, чтобы не переживали, мы прям песком его засыпем. Все потухнет, смотрим, не переживайте, не маленькие. Пихаем сырые дрова, чтобы их много, слава богу, здесь. Особенно березовые, вот эти вот ветровальные, они уж такие с тухлинкой. Они дымят хорошо, комарье, потому что комарье начало жрать так, что мама дорогая. Не голодный. Не голодный, здоровый. Вот, ну что, пока роемся. А болото рядом? Болото, да, здесь болото недалеко. Тоже метров 200, наверное. Такая вот нелегкая задачка-то. Камни еще отсырели, я так понимаю. Там тоже внизу каменный слой под песком. Ну, не слой, а много их. Ну, они тоже на многочастотных приборах начинают бубнить. Ладно, продолжаем искать понемножку. Кайф на таких местах ковыряться. Мусора нет вообще. То есть, если что-то цепляется, то, скорее всего, что-то 99% то... То это то, что нужно. Ну, я имею в виду железо или цветное что. Но цепляется мало. Ну, да, очень мало. Тут другой вопрос. Когда здесь все это теряли? Это 700 назад? Это давно. Это фантомы. Это да, это грунт. А этот трак там бубнит на веника. О, солнышко зашло сейчас. Ну вот корни убрала. И все. И все затихло. Отличительная черта веника, он на мокрые корни дает четкий медный сигнал. Ну такой, да. На мокрые гнилые корневища. То ли что-то настроить не мы. Он что только не меняли, что только не крутили, все равно дает. Ковыряемся. Саня, Люба за камерой побежала. Решили походить опять вокруг, ну, локализовать, посмотреть, где еще могут быть какие-то. Засек траком сигнал. Еле-еле-еле-еле вон там под корнями. Копал-копал, очень глубокие залегания цели. Штык. Под корнями? Я достал кулаком из песка. Вот он тут. Я не знаю, что это. Я знаю, что это кольцо, я его чувствую. А какое, я не знаю. Давайте смотреть. Оп. А, ну, из тех же тоже, но без рисунка. Тоже пыптики. С узелочками, перстень. С узелочками, да, и без рисунка, оно гладенькое. Но форма не такая, как у тех. Те круглые, а это раз, два, три, четыре, пять, шестиугольная. Класс. Вот ради чего и ходим. Зачет? Зачет. Вот ради такой одной, практически одной находки. Да не мотай ты руками. Ради одной такой находки лазишь здесь целый день. Ну, иногда бывает что-то побольше. Дают. Вот как-то так, вон под корнями. Ну что, друзья, лазим дальше. Пока. На шурфах пока тишина. Решили пока оставить эту затею. Плечо болит. Народ, ну вообще прикольно. Вот. Перстенек сейчас был. Здесь прошел какое-то железо маленькое под корнями. Не надо, не хочу я корни портить. Ни к чему оно. Здесь вот в кустах под деревом, под елкой сигнал. Опять я его не доставал, я его только выкопал, но я видел, что вот оно где-то. Вот, вот оно. Вот витое. Вот так вот вон, прям. Десятое. Десятое. Тут на медне. Сейчас я не вижу в кух, да. Нет, десятое. Не помню, ладно. Короче, вот такое колечко, ложное витое называется. Затертая. Ну, затертая, да, и затертая, зато целенькая. О, здесь железо куча было. Насечек почти не видно. Ладно. Зачет целое. Зато они здесь все целые. Это вам не в поле куски собирать обломки. Обычно
Вон она, видишь, на находится, сечке. Да. Но они поломанные, а здесь целенькая. Сейчас. Ну, надо вот эти елки. Господи, как опустить. Же хорошо на камеру снимать на привычную. Такое. Обалденно. У тебя чернинка? Да, только еще. Давай снимем, что там за чернинка. Вот здесь, на краю леса, вот здесь такой как бы вот пролеск начинается, а здесь вырубка бывшая, такие прогалы. Здесь советская попадается. Попадаются гвозди. Вот буквально 5 метров в сторону, и там уже нет. Почему так получается? Не знаю, не тронули, что ли, его в свое Я время. Я даже иголку целую доставал. Ну да. Может быть, не тронули в свое время. О, птицы. Посмотрим, что за железочка. Наконечник мы в прошлые разы там поднимали, вот чуть-чуть там. Здесь в основном ножички, всякие инструменты. Ну какая-то железячка, что ли. Маленькая. Ага. Это кусочек инструмента. Скажи. Да, какой-то. Бог его знает, что это такое. Но мне кажется, это нет, это не ковка. А может, и ковка. Ковка. Это вот похож на тот же инструмент, только с завернутым колечком. Ты помнишь? Помню. Поднимала? Вон, между подберезы. Там-то вообще здоровая она была. Ну, там еще здесь она битая, потому что здесь сухо. Там еще ямка какая. Сажали, потому что А там у тебя что? А там какая-то хрень. Фантом. А что, не закопали? Не успел. А. Ну, короче, два кольца – это вообще мега удача. Хотя отсюда было их вынуто уже много. Отсюда, по-моему, уже, все скажу, 4, 6, 7. И перстня. Восьмое. Ну, восьмое, да, перстня. Вот отсюда восьмое кольцо с этого места. Чего их тут много так. Красота. И погода хорошая, и клещей пока не видно. Что-то странно. Ну, мы обработали. Друзья. Егорка был здоров. Да, я рассказал уже вначале, да. Еще раз на заметку, от клеща помогает любое содержащее вещество, содержащее циперметрин, запомните. Вещество, убивающее клещей. Обрабатывается только одежда. Никакие руки, головы, и ноги, и ничего, только одежда. Помогает хорошо и реально. Уже не первый год пользуемся. Те, кто знает, тот подтвердит. Да и многие на Ютубе говорят уже про это. Все остальное бесполезно. Ходим, бродим, ищем всякие ништячки. Вот сколько говорили про иглы, сейчас покажу. Вон, из-под дерева. Шестая или седьмая игла? Обломанная. Сейчас покажу вам, что это такое. Есть целая, слушай. Да, были целые. Вот иголочка. Вот не целая, обломанная. Оп. Вот такая вот, блин, чуть не потерял. Бывают четырехугольные. Ну, как бы четырехгранненькие. Бывают вот такие. Вот без ушка. Прикольно. Рядом с кольцом достал еще оплавыш металлический. Вот, и у Любы опять зачет. Покажу. Такую мы здесь уже находили, но это вторая. Крестообразная подвеска. Эти крест снизу и узорчики. Завитушки. Завитушки. Вообще бомба. Отличный выход. Просто замечательный. Вот они. Все находки, вот. Вот он пятак такой вот, круглый. Там овраг. Тут. Дальше вот. Вон там. Ну, грубо говоря, то есть мы стоим на холме. Классика жанра. Кстати, замечу, реки тут нет. Это к тому, что люди жили в то время в лесах. Уходили с рек, наоборот. Где-то я читал каких-то историков, начинали бояться набегов с рек, много грабили, особенно маленькие города-то, понятно, они держались спокойно совершенно, а маленькие деревеньки, там одна, двух дворки, трех дворки, естественно, их грабили, они уходили в леса, соответственно, либо селились с болотами недалеко, ну, там вода рядом, болото здесь рядом, ну, и, соответственно, копали колодцы. То есть деревня при колодцах. Была изгородь. Я сейчас фотку найду, прикреплю
к видео. Вот. Короче говоря, была изгородь, стоял дом, какие-то строения, там, скорее всего, однодворок. Вокруг стол, деревянный забор, типа чистокольный. И так вот жили. Занимались ремеслами. Кожевенники, кузнецы. Кто там еще у нас был? Мех, опять же, тот же, пушнина лесная. Вот. Так вот жили. Никогда в жизни никто здесь искать ничего не будет, потому что все это за 70 лет советской власти только все это переворачивалось много-много раз, потому что здесь вот эти леса, это делянки все. Как вот это все не перебили здесь, как бы, при обработках леса, да, то есть непонятно. Вот, археологически здесь ничего никто не был. Да и не будут археологи обычные здесь ничего искать. Иди от меня! А, шумлю. Вот, не будет никто здесь никогда просто так бесплатно шататься по лесам, искать вот такие штучки. Это чистый энтузиазм. Денег на этом не заработаешь. Это к тому, тем людям, которые считают, что мы здесь миллионы зарабатываем. Нет, и не собираемся. Да и смысл-то не в этом. Вообще не в этом. Смысл прикоснуться к этой истории. Никто здесь ничего, кроме нас, не найдет в этих лесах. Так все изгниет к чертовой матери. Вот как-то так. Такая невеселая история. Так, что-то она там роет. Чернинку какую-то. Продолжаем исследовать. Летом здесь уже, скорее всего, особо не полазишь. Продолжим шурфить только. По кругу не получится ходить. И все зарастет. Че это? Да опять обломок иглы. Иглы? Блин. Пинок. Чего? Жрутся. Жрут, пойдем к дыму постоим, водички попьем. Все, продолжаем. Комары нас одолели. Находки выключились. Ну, железо, конечно, попадается. Потом в конце снимем, что понаходили. Завершаечку так называемую. Вот. А сейчас пора уже по чуть-чуть сворачиваться и двигать в сторону машины. Пойдем бугром вот этим вот. Краем бугра. Может быть, что-нибудь еще наткнемся. Может быть, да, в прошлый раз наконечник выскочил. А может, и ничего не будет. В конце покажу все. Пойдемте. Ну что, дорогие друзья, отчетец, как и обещал, извиняюсь, везде все косят. Ходом пошли уже, грубо говоря, из леса выходили, еще сейчас нашли кое-что, сейчас покажу. Вот, уже не снимали, комары одолели, комаров просто рой. Костер засыпали песочком, все потушили, естественно, все аккуратненько. Вот, и того. Что можно найти на древних, скажем так, поселухах? Какие-то инструментики, ножичек сегодня, видите, только один. Вот облом, еще одного облома. Какие-то крючочки, игла, еще что-то, пряжечка. Не знаю, честно говоря, каких годов, может быть, позже. Пимп какая-то тоже, не знаю, гвоздь тоже поздний. Керамика, какие-то железки. Ну и из зачетов вот так сегодня походили. Пока... Скажем так, шли к машине. Вот, сейчас объясню. Грубо говоря, лес. Здесь поле краю засажено. Вот здесь на краю, на выходе из леса, нашли еще одно ложно-витое кольцо. Обломок перстня рядышком недалеко. Вот такого кругленького. Ну и вот это серебро, гнутое, обломанное. Здесь когда-то был камень. Но это позднее, это не до монгол. Вот. То есть, ну, направление примерно от хуторка, грубо говоря, и до вот этого места, там метров 200 пройти. Вот. Ну и, соответственно, самого хуторка. Еще одно ложное витое. Перстак вот такой чумовой. Обычно круглые, вот такие они. Только вот с бубочками, с такими. А тут шестиугольные. Ну и крестообразная подвесочка. Ой, как же хорошо на любимые камеры снимать. Вы себе представить не можете. Клещей на себе не обнаружили. Странно. Вот прошлый выход получился такой. Была их тьма. Сейчас вообще ни одного. Не могу понять, куда они подевались. На этой, в принципе, замечательной ноте с вами прощаемся. Будем вас радовать видео и в дальнейшем снимать всякие разные походы. Может быть, будем рассказывать всякие
исторические вещи посмотрим. Я историков дофига в Ютубе, но у каждого своя аудитория. На этом откланиваемся. Всем здоровья и пока!